остальных. Да, блин. А, куда побежал? Блин. Ну, ну, не сади. Так, все, да? Так, где еще где? Патрон, да?
еще одну зараженную точку. Вот она. Так, зараженная точка. Надо усыпнуть. Повыше. Thank you.
ресурсов достаточно, да? Элой, что привело тебя в Меридиан? Угроза. Гелис командует затмением, легионом фанатиков. Они скоро нападут на вас с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг — оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность? Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Так, здесь, наверное, не лишний. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще обо всем сразу сообщайте мне. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Кряж будет передовой. Городская стража там? Да. К ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. А шпиль? Эрента Авангард уже там? Да. Полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. От аудиенции с королем наотрез отказались. Может, поговоришь с ними? Ладно. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин.
Можешь поспать там, если уснешь. Так. Сдавайте город без боя. Маскировка Дептона. Сокола уже близко. Пора маскироваться. Здесь чего? Эй, мы на руках. Теперь живот урчать не будет. Еще кто-то есть.
Да блин. Включи, да? Защитите себя, я думаю. Скорее всего, семья Олина здесь, заперта. Мы слышали шум и крики. Ты не из затмения? Кто ты? Не бойся, я вас отсюда вытащу. Я не утратила надежды, но уже забыла ее вкус. Нам можно идти? Затмение уже не бойтесь. Значит, все. Надо же! Ты освободила нас. Но зачем? Твой муж попросил меня. Идем, он скоро будет. Защитили. Я слышал, бой утих. Олин, ты нам его вернула. Спасибо. Можно не благодарить. Я так виноват. Я пошел на сделку с бесом. А поплатились за это другие. Ты думаешь, я не знаю? Они же болтают. На моих руках всегда была грязь. А теперь еще и кровь. Обними этими руками сына. Возвращайся с нами в жилу. Послушай свою жену, Олин. Но Гелис и его демоны... Я просто обязан тебе помочь, Элой. Обязан честью, пусть у меня ее немного. Олин, ты мне больше ничего не должен. У тебя семья. Покажи им, что изменится. Прощай, Элой. Надеюсь, ты найдешь мать раньше них. Вычисла нашли.